центре русской культуры «ЛАД» состоялся открытый бал. Организатором мероприятия стал клуб исторических танцев «Реверанс». Участники клуба продемонстрировали всем собравшимся лучшие танцы 19 века, а также провели импровизированный мастер-класс, на котором любой желающий мог научиться основам вальса или польки. Мероприятие было направлено на приобщение людей к историческим танцам, к культуре, к традициям 19 века. Ну и немножко рассказать, конечно, о нашем клубе. Мероприятие прошло просто прекрасно, людям всем понравилось, мы повеселились, потанцевали, было интересно. В декабре мы планируем съездить на бал, а также планируем в конце декабря устроить свой бал. Исторические танцы – это социальные танцы, их может танцевать каждый, вне зависимости от хореографической подготовки, поэтому мы ждем всех желающих. Клуб «Реверанс» уже не первый год объединяет людей, желающих ненадолго отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в атмосферу 19 века с его галантностью, утонченностью, шелестом кринолиновых платьев и звуками венского вальса. Также танцы являются не только видом активного отдыха, но и отличным средством для формирования красивой походки, чувства ритма, улучшения настроения и психологической раскрепощенности. Об этом не понаслышке знают постоянные участники клуба. В клубе занимаюсь в течение одного года, ну и с небольшим, один год и один месяц. В основном, конечно же, вальсы, но хотя изучаем контрдансы, кадрили. Но больше, конечно, нравятся вальсы. Ну, во-первых, это движение, во-вторых, отключение от работы, ну и развлечения. Нравится, что устраивают балы, можно будет съездить, посмотреть на, как говорится, на людей, посмотреть себя, показать, чему-то поучиться. Клуб «Реверанс» успел сыскать среди наших горожан определенную известность и положительные отзывы о своей деятельности. Одним из первых массовых мероприятий клуба стал «Русский бал» в драматическом театре, на котором танцевали студенты Шадринского педагогического института. Прошлым летом участники клуба представляли тематическую площадку «Аристократия» на фестивале исторической реконструкции «Помни войну». Отточить свое мастерство и выучить новые танцы участники клуба могут путем поездок на открытые балы в Тюмень и Челябинск или же на мастер-классах во время визитов екатеринбургских хореографов. Танцевальные вечера, как в центре ЛАД, так и за его пределами, планируется сделать регулярными. Среди ближайших мероприятий клуба – новогодний бал, который состоится 19 декабря.